По адресу улица Набережная реки Магаданки, дом 3, ремонтные работы дворовой территории и подъездного пути к ней перешли в стадию подготовки к укладке асфальта. Как сообщил Вечернему Магадану заместитель руководителя департамента СОТЭК Владислав Головин, эти работы производятся на средства сразу нескольких программ. Там несколько программ по Набережной 3. Во-первых, у нас в рамках восстановления покрытия после разрытий теплосети работы, то есть значительная часть. Также добавлено 200 квадратных метров по программе исполнения наказов избирателей округа Суханкиной. Вот. Это что касается дворовой территории. Ну, там подготовительные работы, бордюр выставлен, щебень отсыпан, подготовка идет к асфальтированию. И также в рамках благоустройства дворовых территорий проезд, примыкающий вот к этой дворовой территории от Пролетарской до этого дома, он будет тоже заасфальтирован. Общая площадь асфальтирования во дворе по набережной реки Магаданки, дом 3 и подъезда к нему от улицы Пролетарской составит около 3000 квадратных метров. Работы осуществляет муниципальное унитарное предприятие ГЭЛУД. Завершить все подрядчик планирует к концу следующей недели.